А вот есть такой тезис, что люди, которые изначально говорили на английском языке, они по-другому воспринимают музыку, которая написана была вот, ну, в славянской культуре для людей, которые на славянских языках говорили, что по-разному слышится, что те же хиты воспринимаются по-другому. Вы никогда, вы как человек мира, всегда воспринимали все произведения мирового шоу-бизнеса? Абсолютно, абсолютно. Для меня не важно. То есть вы считаете, что это, ну, это надумано? Мало того, я должен сказать, что это надумано, когда и у нас говорят, вот надо обязательно на английском языке спеть песню, тогда она станет популярной в мире. Чепуха. Вспомним «Тату», «Нас не догонят», когда весь мир пытался по-русски это «Нас не догонят», японцы пытались это петь по-русски. Значит, дело не в языке. Дело, чтобы это запало своим общим вот характером, образом, музыкой, запало, и тогда и слова будут петь. Просто слова не поют русские, потому что нечего петь. Только поэтому вы считаете? Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».